Итак, друзья, Чаадаш Кундура, Татьяна, Али-Баба, Вулкан. И я ухожу от них. Я пойду покажу людям, где рынок. Смотрите, вот она, эта стройка. Короче, я реально в шоке, друзья. В прошлом видео я показал, что на пятничном рынке больше нет пятничного рынка, как это не звучит смешно, да, все это. Он вернулся на старое место, но не совсем, как бы, а... Ну, в общем, сейчас все поймете. Вот тут вот, где эта стройка. Да, в Гюлер-Пенар там рынок будет по воскресеньям, получается. В воскресенье обязательно туда сходим, и я вам покажу. Ну, как-то вот так вот, короче, что-то здесь такое. Большие-большие, длинный-длинный вход такой. Вон, видите, машины прям туда заезжают. Ну, короче, подобие типа... Типа подобие крытого рынка, можно сказать, внизу. Не знаю, кому-то это может покажется удобным. Я на него ходить не буду, на этот рынок. Я буду ходить на рынки, которые на улице находятся, а не в коробках в этих. Вот, ну люди идут, потому что... Ну, многим, во-первых, интересно посмотреть, потому что он первый день сегодня здесь. Да, и кафе «Думан» у нас вот там, вот за этим зданием, где вы можете покушать. Сейчас, кстати... Кстати, может быть, сейчас я туда и подойду. И... Ну, время уже 7:30, просто они машины заезжают.